находимся возле центрального райотдела полиции на улице Футболистов 20. Сюда доставили Имурсинова Решата и Синавера Нимитулаева. Вот, это два старика, которые сегодня вышли на пикет одиночный. Вот, то есть по подсудности привезли их сюда. И также доставлена Гимиджи Лиля в качестве защитника, подошедшая к старику, который находился возле Верховного суда, и ей объявили, что ее якобы тоже доставили. Вот. Ну, так как она ехала на их машине. Ну, наверное, это так расценивается, доставление. Пока комментариев больше нет, будем сейчас пытаться зайти и определиться уже по месту.